Эвелина живая, 19 лет, родилась в самолете, летящем в Уренгой, студентка и начинающий журналист. Жизненное кредо – цель жизни – развитие своих способностей. Проект «Конкуренция» стал для меня не только соревнованием, это еще и восхитительная возможность проявить себя, побороть свои внутренние страхи и получить ценный опыт. Когда я выполняла второе задание, у меня возник неожиданный коллапс идей. Действительно интересные не укладывались в условия съемок, и пришлось делать только то, что я умею. Победу у конкурентов я не вырываю, я делаю шаги к тому, чтобы развить себя. А если ты достаточно профессионален, победа сама приплывет в твои руки. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Все, спасибо. Спасибо. Пока. Удачи. Спасибо. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.